Всем привет, друзья! С вами Карабаш74. И сегодня мы продолжаем. Оп, секундочку, таймер включу. Сегодня мы продолжаем прохождение замечательной игрушки GTA 5. Итак, нам нужна тачка, и отогнать ее нужно идти, твою мать, куда? Я думаю, что, наверное, знаете, мы поедем туда на такси и там что-нибудь попутно украдем. Потому что если ехать отсюда, то это получится идти, и, в общем, вот так. Давайте попробуем такси вызвать, потому что ни вертолет, ничего у нас здесь не стоит, и это очень плохо. Так, так, и... нет, зачем нам клавиатуру-то? Мы готовимся к ограблению, я хочу вам напомнить про это. Вот, видите, тачка. Я вот эту уже угнал. Но думаю, блин, нереально, просто нереально ее гнать. О, таксист. Стопэ! Стопэ! Where can I take you? Нет. Нет. Вот сюда. Поехали. Лес по лету. Polito Forest. All right, let's hit the road. По лету лес. Damn it. Vamos, let's go. Vamos. ты куда? Стоп. Jesus. Так я тоже сам в шоке. Where you headed, homie? По лету. По лету. Ты чего разобил сейчас? I'll get you there fast, buddy. Hurry the fuck up. Buckle up. Пропустить. Я не знаю, почему он вышел. Игрушка, короче, начала почему-то постоянно на паузу вставать. Хер его знает, что с ней не так. Лишь бы она совсем не вылетела. А тут так-то это... Ну, что-то, походу, забурился там этот водила. Палето Форест нас... Хоть бы включился он. Палето... Включайся. All right, brother, here we go. О, отлично. Бро. Это что, тачка для отхода? Опа. Вот тачка для отхода. Тихо. Вот это нам как раз таки подходит. Извини, чувак. Да ну мне она нужнее, ты понимаешь, в чем дело? Здесь в укромном месте ее ставить или где? А все, он забыл про свою машину. Что-то прям рука чешется, суки, кусает меня. Нет, походу, ребят, нам придется на этом ведре ехать, на том, точнее. Я бы, конечно, на это предпочел, но игрушки виднее, так сказать. Нет, не виднее. Вот. Вот этому чуваку виднее. А, ты тот, у которого мы учились стрелять из винтовки. Я не понял, это что, задание дополнительное? Ты что, куда пошел-то, мать твою? А мое задание? What is this thing in my mouth? And why do I have the feeling I'm not the first person to use it? I'll explain that in a while. Let's start with the basics. Стрельнуть ему в башку нельзя. Ну давай, давай уже. You'll spook them and they'll bolt. You gotta move slowly and quietly. Вы представляете, я залез еще в одно задание. Да что ж ты, стрелка указывает направление ветра. Аромат. Какая стрелка? This is a prime area right here. You feeling ready, Trevor? Raring to go. Okay, let's see if we can bag ourselves some elk. I saw a young bull using a down tree to scratch his antlers on not 10 minutes ago. Follow me. I'll keep us downwind so we don't. А на кого охотимся-то, чувачела?
Какие-то звери орут. Go on, put them down. Burned up half the meat, but I'll take it. Over here, shake a leg. Все? All right, stick with me. I'll lead us further in. Keep quiet and stay close. I ain't seen much else or nothing else out here. But we're gonna have to see if we can coax one into the. Что за охота, блядь? That's where that thing you've been chewing on comes in. Ah, yes. Please enlighten me. It tastes like old person. That's a diaphragm. Mm-hmm. An elk whistle to you and me. All right, give it a good blow. See if we can get any nearby elk to holler back. Что такое? Для зова? Sounds like someone strangling a clarinet player, and I talk from experience. Shh, listen. Okay, you hear that? He's over there. You're downwind, so he's yours to lose, Trevor. Go get him. Легко, ёпт. Wow, you blew his damn head off. Okay, follow me. We'll move a little further in. Stay quiet. I think we might have a mating pair up ahead. Ты что, угораешь? Ты так меня и будешь водить здесь, что ли? We're only here for the male. No does. That's my rule. Я вообще не знаю, что происходит. With no antlers, leave it be. Blow your whistle again. See if you can get a beat on him. Okay, this is good. Same as before, nice and steady. You leave that doe alone now, Trevor. Это самка. У нее рогов нет. Есть. You got this now, Trevor. Вот и все. You're on your own for the next one. Все? Tell you what, I got an idea how we can go in on this. Давай, бабла, я пошел. Catch me, pick your next kill. We'll talk business. Ah, I gotta go. Good luck. I'll holler at you in a while. Скоро тебе звякну. Зачем? Используйте для зова. Фух. Зачем? Зачем? Какой зов? Какие олени, блядь? Вон он стоит. Я его так уже увидел. А зачем он мне? Зачем мне нужна туша оленя? Мне нужна тачка! И чё? Сфотографируйте тушу оленя. Замечательно. Давайте сфоткаем. Ну и что? Отправить фото? Отправить. Кому? Кому отправлять-то? Клетусу, наверное. А? Клетусу? Эй, мы туда отправили, нет? Красота, GPS-тег и все дела. Думаю, все получится, сейчас позвоню. Я не собираюсь охотиться на оленей, блядь. Got the photo, another nice kill. So this is what I'm thinking. All this demand for wild-raised meat with them city folks right now. If we... Айда отдыхай нахуй. Выполнено. Замечательно. Теперь мы выполнили какое-то задание. Теперь у нас нет джипа. Джип... в общем, украли джип. Отлично. Все, исчезай. Тревор теперь может охотиться. Упс.
Нифига себе, смотрите. Спрячьте транспорт для отхода. Я понимаю, что я должен спрятать транспорт для отхода, но куда его прятать-то? Не показано же, куда спрятать-то. Майкл, Майкл, помогай мне, пес. Поехали к Майклу, ребят. Ну вот. Иначе я сейчас полгода буду прятать эту машину. Куда ее надо-то? Man, that fucking ocean. I can look at that. Опять он что-то грустит. Ты не грусти, Майкл, все будет у тебя в порядке. А у Майкла тоже ничего нету. Он им потом сказал, чтобы они тачку заныкали. Тихо, тихо, тихо. Ну я же пипикаю, отходите. Понта от Майкла никакого нет. Давайте поедем. Ой, ёб твою мать. Да чё ж они все делают-то по разным частям карты? Опа. Man, are you serious? This motherfucker is fly. Glad you like it. As I told you, it's yours. Она твоя. Are you seriously serious? For the fifth time, yes. But I gotta go. I'll be in touch about our little venture. Man, good looking. Yeah. Охренеть. This motherfucker. Woo. Да зачем мне показывать мои пенаты? Как, блять, отсюда выбраться теперь? Во, отлично. Так, это гараж, я так понимаю. Здорово, здорово. Так, это точило. Вот, нам вот это точило, она вообще подходит. Опс. Нет, стоп. Я ничего вообще понять не могу. Кто должен какую тачку куда спрятать? П. Беверли. Беверли, это, по-моему, его тёлка. Она нам точно не нужна. Так, короче. Ничего не пойму, что надо сделать. Почему задание не начинается? Надо тачку спрятать. Куда ее? Куда? Зачем туда опять едешь? Куда ее нужно спрятать, я, если честно, не знаю. Это транспортное средство можно использовать для отхода. Можно использовать для отхода с места преступления. А куда его нужно спрятать, блядь? Куда спрятать это транспортное средство? Майкл, твою мать! Говори давай! Труповозка не нужна нам. Ой, это, по-моему, этот... Нет, это не этого. Я думал, это Франклина хата. Нехилое такое место. С видом на океанчик. Продажа мороженого, спиртного и всего прочего, скорее всего. Я вообще, ребят, ничего не понимаю. То есть... Оу-оу-оу-оу-оу. Красава. Оп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ого, е. Нормально, какой-то еще прыжок выполнил. Я выполняю то, что в принципе мне вообще не нужно. Оп. Что такое? Что за две красные точки? Это враги? Их прикончить надо? Или это хозяева этой тачки? Сколько денег? Я сюда не зря. Конечно, конечно. Какую-то бабу спасли. Тревор может отвозить случайно.
А, так они уже могилку тут копали. А, так ты со мной, что ли, теперь поедешь? А куда я тебя должен вести? Ты ко мне поедешь? Ты ко мне поедешь, милая? Это садись. Садись, садись, скорее. Садись, я тебе тут... Я тебя сейчас так отвезу. Не, ну мы реально какой-то вообще чертовщи... 10 километров! Слышь, езжай на такси! Ребят, давайте я поставлю на паузу. Я отвезу сейчас эту корову и сниму с паузы. Потому что нереально. 10 километров, это вообще ужас какой-то. Все, я ставлю на паузу, ребят. И включу, как отвезу я. Поехали. В общем, ребятки, я свинтил плюс 60 тысяч. Я, наверное, это баба, наверное, мне перечислила, которую я подвез. Я свинтил тачку, в общем, прочитал, в чем дело. Мы должны машину оставить в каком-нибудь укромном месте. Я укромное место придумал вот на этом, где мы хату, собственно, разломали того черта. Вот. Вот здесь будет мое укромное место, мы сюда приедем за ней. А теперь, мне сказано было, чтобы я позвонил Майклу и сказал, чтобы он пометил. Где Майкл-то? Пометить координаты транспорта. We have a getaway vehicle ready and waiting. Good work, T. Where'd you put it? Vinewood Hills. All right, that's everything. I'll call Steve, tell him we're ready to move on this. Я говорю Стиву, что мы готовы. В общем, сегодня какая-то серия получилась необычная. Задание выполнено. Мы, в принципе, готовы к ограблению. Все готово, то есть у нас сейчас. Нам осталось только лишь все это дело украсть, обокрасть и выкрасть. Я не знаю, зачем я машину здесь оставил, но где уж оставил, там оставил. Кстати, а какую я винтовку покупал, на которой есть фонарик? Он, кстати, буковка Е включается, кто не знал. Ну все, в принципе, мы можем отчаливать, так сказать. Где теперь мне машину взять? Если только Майкла обокрасть. У него угнать его тачку. Майкл все равно шоркается где-то там на пляже. Или возле пляжа. Вот. Воу-воу-воу-воу. Во, отлично. Все, вот. Четырехместная. Отлично. Блин, ну зачем сирена-то врубилась? Отлично. Мы ждем, собственно, звонка этих двух людей. Блин, тут вообще богатый район. Вы смотрите, какие тут точилы ездят. Это же вообще ужас. Тут надо что-то найти. Что-то здесь вроде якобы есть. Давайте мы здесь что-нибудь поищем. Я не знаю, что здесь надо искать, но здесь что-то можно найти, сказали. Клуб и найдите Вилли. А зачем мне Вилли? Я не знаю, почему мне не звонят, то есть что мы еще не сделали. По идее мы сделали... По идее мы сделали все. Тут... Okay, which one of you cupcakes is Willie? Hey, who the fuck are you? His dentist. Willie's still downstairs chatting up some bird, man. Whoa, his dentist comes to him? That is so cool. Oh, some of the shit I've seen, love, it's unimaginable. You know, if Jez and the guys hadn't gotten so into yoga and probiotics nowadays, we'd all be dead. Well, I burned through the last of my dopamine. Поехали вниз, сходим. Я не знаю, грохнуть его надо, не надо, потому что если я сейчас выстрелю ему в башку,
Так, у нас сразу пистолет наготове. I bet I could hit your G-sharp every time. You got... Hey, man, no more autographs. Hey, that's okay. I want something more personal. Piss off, you twat, before I kick your ass. Побейте Вилли. Все? Покиньте сектор. Покидаем сектор. Ух ты, лимузин. Тит твою мать, поехали. Немножко проезжаем и останавливаемся. Мне не должны заметить. По-моему, меня заметили. Да? Нет? Чё, охренели, свиньи? Как вы мне надоели, сука! Разгоняем этот Кадиллак. О-хо-хо-хо-хо! Ну вы даёте, мусорята! Стопэ! Терминатор, блядь, на подходе. Эй, моя машина! Стоять! Стой, сука! Чё, охуели вообще что? Тихо. Я сейчас в парке вас наебу всех. Короче, мы опять ввязались в перестрелку непонятную. Зачем, непонятно почему. Не надо было этого делать. А я все-таки сделал, блядь. И сейчас из-за этого очень жестко поплачусь, конечно же. Я попытаюсь, конечно, съебаться, но вертолет летит. Естественно, вертолет сейчас меня спалит, блядь. Давай. Давай скорее. Это, по-моему, не самый разумный был выход. Но я его выбрал. Но зато точило, заебись. Уходим отсюда. Вертолет летит, а нам похуем. Мы разгоняемся. Падла. Да, гонки со временем называется. Давай, газуй, блядь. Да ладно, нахуй. Ой, как мне надоели, блядь, все эти мусора уже. Вертолет уже, нахуй, отстал. В жопе где-то висит там. Сука, время протянуло. Уходим в эту сторону. Есть. Так, уходим... Направо, блядь! Хули ты-то здесь делаешь? Да я про то же говорю, Тревор, блядь. Ёб твою, блядь. Давай, поехали вниз. Вниз. Отлично. Уходим направо. Отлично. Теперь уходим налево. Тихо. Ну и все. Все, действительно, запутали. Найджел. Guess what, you crazy English fruitcake? Oh, I'm dreadful at guessing, aren't I, Mrs. Thornhill? No, she can't hear me. She's washing out a nappy from Samantha Muldoon's dustbin. Yeah, one gold tooth, courtesy of Lovefist, complete with complimentary DNA. Marvelous. Oh, Jock, I knew you wouldn't let us down. Toodaloo. Адью. Выполнено. Сувенир Вилли. Ха.
Отлично. Давайте, ребят, мы на этом закончим, потому что нам почему-то не дают это гребаное задание. Я не знаю, может быть, надо позвонить Майклу, но я не уверен. Клэтус, Дейв. О, не, не надо, Дейв. Так. Франклин встретится. Не надо встретиться с Франклином. Так, Ламар, Джимми, Майкл встретится. А зачем нам с Майклом встречаться? У Майкла вон буковка М горит еще. В общем, давайте, ребят, мы на этом закончим и, наверное, переедем на Майкла все-таки. Задания вообще за Тревора закончились все абсолютно. Майкл теперь живет в машине, похоже. Дебилоид. Живет в машине напротив своего дома. Давайте мы отсюда начнем следующую серию, ребят. С вами был Карабаш74. Большое спасибо всем за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, подписываться на паблик ВК. Всем удачи, ребят. Всем пока.